those, strange things began to happen. The planners discovered that what seemed rational to them could lead to the oddest behaviour. Whole trainloads of output travelled thousands of miles for no reason, simply to fulfil a plan that measured success in tons carried per kilometre. Folk tales about the plan began to circulate. План большой, километраж нужно выполнить. Если километраж больше сделаешь, там 400-500 километров, значит, тебя наказывают. И вот для того, чтобы этот план выполнить и укладываться в определенный километраж, некоторые люди двигатель подставляют и обратно накручивают спидометр. Nikita Khrushchev, 1931 graduate from the Moscow Industrial Academy, understood the problem. It was the growing complexity of Soviet society. What had made it manageable was not scientific planning, but Stalin's brutal terror. Khrushchev's dilemma was how to change the plan and the thinking of those who made it. In 1957, Khrushchev attacked the planning bureaucracy publicly. He made a speech that laid bare the growing absurdities in Soviet life. Why, he asked, were sofas getting bigger and bigger? Why were the metal chandeliers that hung from the Kremlin ceilings and everywhere else in Russia so heavy that they threatened to come crashing down? The reason, he said, was the planner's method of assessing the plan. The more metal, the more wood the factories used, the better the plan was working. As part of a whole series of reforms, Khrushchev insisted that the bureaucrats must begin to take into account the price of things. Всегда на всю номенклатуру продукции цены устанавливались не непосредственно предприятиями, а государственными службами. По существу на всю номенклатуру выпускаемой продукции, а ее номенклатура исчисляется примерно 25 миллионов наименований, цены утверждают в Советском Союзе органы ценообразования. Численность сотрудников нашего комитета примерно 400 человек, высококвалифицированных экспертов, которые проводят всю эту работу, которые включаются вот в многочисленные прескуранты. Это далеко не полный объем прескурантов. Эту стопу можно было бы еще увеличить примерно в два раза. Мне кажется, что это является ярким свидетельством того, что такая система рациональная. Безусловно, вот эта вот система цен, она сегодня очень громоздка. И внедрение современной техники позволит сжать эту стопу прескурантов, допустим, вот до нескольких книг или дискет, которые предприятия могли бы располагать у себя на рабочих местах. Одну секунду, извините. Да, сейчас. Хорошо. Я прошу прощения, по срочным делам меня требует к себе министр.
советский народ построил социализм, осуществил грандиозные преобразования в экономической, политической, государственной жизни страны и вышел на широкую дорогу коммунистического... Despite his optimism, Khrushchev's attempts to reform the planning system failed. Taking power away from Gosplan and creating regional plans only added to the complexity. Вот, кстати, Москва. Проезжаем. Вот он, Москва. Вот там сидят, заседают. Откуда они берут такие планы, я не знаю. Если бы их посадить на наше место, они бы, наверное, подумали головой, откуда брать такие планы. Вот тоже наша комната. Вот здесь нет никого, знаешь, где-то на совещании. Тоже такое бывает, да? One senior scientist, academician Glushkov, predicted that by 1980, the entire Soviet population would be employed in administering the plan. The solution, he said, was the new science of rational control from America, cybernetics. Экономика страны Советов по нашему анализу находилась в кризисном состоянии. И нам нужно было все вместе сидеть ночь просиживать, чтобы придумать такие модели, которые позволили бы народному хозяйству, его отдельным отраслям повысить экономическую эффективность и на этой почве повысить производительность общественного труда, а на этой почве повысить благосостояние людей. Мы дались, и все от нас зависящее делали, чтобы для решения этих проблем ввести большую экономическую науку. Большую. Не подделками заниматься, а большую экономическую науку. Into this computer the planners fed all the information they could find about Soviet society. For a brief moment in the mid-60s, it revitalized the hope that science could control society in a rational way. И некоторые из этих людей действительно питали иллюзии, не зная хозяйства, иллюзии, что можно с помощью электронных машин все планировать, все предсказывать и так далее. Но это была утопия. Пока это еще сказать, что полностью получилось, я не скажу. Начинает получаться, начинает набирать темпы. Но пока еще не все реализовано то, что предложено наукой. Почему? Потому что надо, чтобы те, которые реализуют это, надо, чтобы понимали в науке. И овладели ее основами. The attempt to use computers on such a vast scale could not save the plan. The solution, the planners believed, was to find a scientific way of predicting what their people wanted. Ну, я не знаю, товарищи, наверное, меня дополнят. Я думаю, что при плановой экономике прогнозировать спрос и труднее, и легче. На той ситуации, которая у нас сейчас сложилась с обеспечением женщин колготками, к примеру. Значит, проще прогнозировать, потому что есть определенные факторы, которые определяют развитие спроса. Мы его знаем. Значит, надо было предусматривать, рассчитывая на численность этих женщин, рассчитывая определенные сроки носки, сколько пар в год надо. Можно примерно прикинуть эту потребность и спрос на себя. These young people are looking in a two-way mirror. Один из источников информации – так называемая сеть торговых корреспондентов, специальные наблюдатели, которые ведут наблюдение за состоянием торговли. В каждом городе по два наблюдателя и ежемесячно сообщают нам сюда. Мы эту информацию обрабатываем на компьютерах, вот примерно в таком вот виде она.
этой информации примерно в таком виде, но по существу мы знаем, как обстоят дела в торговле всеми товарами, всеми основными товарами народного потребления. Есть еще и дополнительные специфические источники информации. Панели потребителей, специально обследуемые население. Промышленность прислушивается иногда нашим научно обоснованным прогнозам, но, к сожалению, чаще всего реагирует очень медленно. Ну, например, в свое время была проблема с производством обуви на толстой подметке, на платформе. Наша промышленность начала в должном количестве выпускать эту обувь только тогда, когда она уже вышла из моды. А вот с конца 60-х годов началась самая страшная эпоха послевоенного периода. Это то, что мы называем эпоха застоя, которая переросла в кризис 1978 года. У нас началось падение сельскохозяйственного производства, стагнация промышленности, падение уровня жизни. Вот. Это был ужасный период. Ужасный период, когда производство стало развиваться ради производства. И мы свои позиции 60-х годов... By the mid-70s, the Soviet leadership gave up attempting to reform the plan. As the economy finally began to slow down, much of industry degenerated into pointless, elaborate ritual. What had begun as a grand, moral attempt to build a rational society ended by creating a bizarre, bewildering existence for millions of Soviet people.